находимся в Европейском, станции метро Киевская. И вот на этих лифтах можно поехать выше. Красивый лифт здесь. И сегодня мы идем в огромный-огромный магазин Леонардо, Хобби Маркет. Огромнейший магазин. Цены здесь не дешевые, но приемлемые. Ну, во всяком случае, здесь собрано все, что в одном месте, что можно, может быть, нужно для работы. У нас в Москве несколько Леонардо, я знаю, что в других городах тоже они есть. Но вот это самый ближайший, метро Киевское, это вот одну остановочку на метро от моего дома. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в сети магазина Леонардо в Москве. И это магазин, где я покупаю вообще товары для творчества. Вот здесь раздел, где вышивка, схема и канва. Буквально только каких схем нету. А вот деревянные заготовки для декупажа, механизмы для часов, чтобы самим часы сделать. Ну вот это уже мы добрались, здесь декупаж должен быть, материал для декупажа. Вот и каких здесь только нет шкатулок для декорирования. За 4,46. 543. Вот это вот сердечком. А вот посмотрите, какие огромные бокалы для того, чтобы делать композиции. Очень большие бокалы. Но я, пожалуй, куплю. А стоят они 409 рублей. Я сделаю настольную композицию новогоднюю. Вот как раз мне нужен такой бокал. Такой вот заготовочки. Здесь уже сделана такая вот красивая вещица. И посмотрите, какой красивый абажур, как его сделали в розах. Вот из такого материала. Стоит 2450. Недешево. Ну вот такой вот получился абажур. Боже мой, чего здесь только нет. Пенопластные заготовки. Шары, конусы, какой огромный шар, огромное количество салфеток, которые можно использовать для декупажа. И вообще для декупажа можно использовать вот покупной материал, это бумажные салфетки, они самые дешевые. Ну вот здесь одна пачка стоит 186 рублей, но можно их купить и по одной штучке где-то. Дальше мы можем воспользоваться вот это декупажные карты. И самый любимый мной материал рисовая бумага для декупажа. Она очень прочная и может любой новичок с ней работать. Вот, очень удобная вещь. А вот я, наверное, выберу здесь большие пачки. Большие пачки с названиями. И вот здесь же висят трафареты.
для удобства, чтобы можно было декорировать. Это очень удобно. Ну а здесь вот краски, множество красок, контуры по стеклу. И я, пожалуй, и краска. Вот. Посмотрите, здесь уже есть даже, можно головки какие-то купить. И ходила. Вот такая красивая бумага. Здесь все цвета радуги. Это не совсем пианино. Это тетрадь. Мы открываем его. И видите, что это там тетрадка расположена. Вот такая вот обложка. Замечательная. Прекрасные собачки. Это даже в шотландском костюме собака. Видите, какие необычные совы с камушками. Ну, явно они декорированы в какую-то газету. Какие слоники. На любой вкус. Ангелочки. А вот собаки с барабанами, а внутри у них часы. Какие настольные лапы, все в кружевах. Это уже скорее шеби-шик. И сколько же стоят эти торшеры? Ну, дорого. 3000. 4. Да, прилично. Вот декоративное украшение, палочки корицы. Ну, я, пожалуй, возьму одну штучку. Вот это 1648, который поменьше. Так, а вот этот сколько у нас стоит? 2000, почти 2500. И вот этот, и вот этот. Вот украшения, различные украшения на стол. А вот фигурки декоративные Деда Мороза. Вот такой вот подвесные такие. Такие вот деревянные елки. Мы попали в отдел для валяния шерсти. И тоже какие только цвета здесь не представлены. О боже, какая красота. А здесь вот даже поменьше таких. Вот кусочки уже с чем-то, два цвета. 150 рублей для валяния можно вот что-то сотворить. И фетр. Фетр. Мне, в принципе, нужен красный фетр. Что-то я его пока не вижу. Вот из карт можно сделать вот такие замечательные коробочки. Нет, не хочешь рисовать? Не хочешь?
Да, здесь можно заблудиться. Эти с малолетства приучаются к творчеству родителями. А вот мы попали в царство скрапбукинга. Посмотрите, какие замечательные материалы для творчества. Декоративные наклейки. Бордюры для скрабовки. Рамочки. Это объемные цветы. Плеточки. А это для нас, дорогие друзья, это как раз для любительницы садовода. Видите, поздравительные открытки с цветами, с корзинками, с сапогами даже резиновыми, с птичками, с корзинами, с велосипедом. Бумага различная. Это такие поздравлялки. И первоклашки. Ты понимаешь, что маме плохо? Что? Мне плохо, голова болит. Пойдем. От кого? Вот у меня тоже голова закружилась. Да, магазин, конечно, громадный. Здесь можно затеряться. Но это просто что-то потрясающее. Сколько здесь различного материала для всех, кто чем бы не увлекался. Я нашла такую интересную книжечку, чтобы самой делать бусы. А я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам было интересно сегодня. Прогулка получилась очень длинная. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. С нетерпением жду ваших комментариев.